Дорогие друзья, вот эти вот гортензии на даче в прошлом году высаживала из больших горшков, ну из разных, да. И сегодня семья мне помогла, мы высадили целый ряд, наверное, 17 гортензий. Вот, это полярный медведь, рос и в прошлом году в большом горшке сюда высажен. Вот там фрайс мельба, сейчас, наверное, подойду. Красивая очень, она тут невысокая, красотка. Сейчас уже просто уже вечер самый. Вот она сантиметров 60 тут в высоту. Вот она, фрайс мельба. Так, потом тут показывала, это кенделайт. Тут гладиолусы посадили. Это жемчужина фестиваля. Это уже тут год они растут. Конечно, такая сушь. Сильно тут никто не поливал, поэтому они не очень большие цветочки. Вот жемчужина фестиваля. Снова фрайс мельба. Красавица такая тут. Так. Сейчас попробую пройти. Это лаймлайт. Такие красивые аккуратные кустики. Мама говорит, пускай бы они такие аккуратненькие были. Видите? Аккуратненькие такие. Красавчики такие вообще. Вот. Гладиолусы. Кенделайт. Вообще красавец. Даже вот лаймлайт вообще. Те и фрайс мельба. Такая красивая розовинка. Ну, где-то сажали и не влезли в парник, которые помидоры. Это кенделайт. Кенделайт такая, зеленый кончик ее. Вот это снова лаймлайт. Конечно, красотка лаймлайт. Теперь смотрите, Magical Sweet Summer какая. Сейчас подойду ближе. Это Skyfall. Так. Вот, Magical Sweet Summer. Красавица такая. Причем, когда невысокая, так хорошо. В планах у нас тут корой черным чем-то укрывным, потому что тут очень, ну, как знаете, сорняков, конечно. Вот, и корой застелить. Это, по-моему, Pearl de Autumn. Вот. Я сравню по листику. Но вот это Pearl de Autumn. Красивый также ажурный кустик. Это мне подарили, не знаю, что-то такое, шишечки. Сегодня мы высадили только из маленького горшка вот это граффити. Сегодня высадили, ну, из горшок побольше фантом. Поэтому, видите, все это побольше. Это, ну, черенки прошлого года, в принципе, вот это. И тут будет расти геркулес. Земля у нас, видите, какая, вот такой грунт. Просто добавляли торф кислый, смешивали суперфосфат. Ну, в принципе, и все. Сейчас еще покажу. У меня же целый ряд тут. Вот такую вот подарили, не знаю, что это. Такая вот. А вот Magical Sweet Summer. Видите, какая нежнейшая. Конечно, если все застелить и будет тут кора, будет супер. Вот, мы только закончили работу. Еще даже не убирали горшки. Так, тут будет... Это Little Blossom. Пересадили вот из такого горшка. Видите? Просто переворачивали горшок. Чуть-чуть нарушали корневую систему. Яму туда кислого. Потому что у нас тут даже растет этот хвощ. Поэтому земля кисловатая. Это тут бурелом сломал. Где-то еще стояло у меня дома сломали. Поэтому где-то такие замуканные. Вот это конфетти высадили. Ну, старалась. Зеленый, красный, зеленый, красный. Вот. Она чуть раскинулась, подвязали, выровняется. Тут будет красавица Quick Fire Fab. Вот это вот все из черенка прошлого года растет. Мучилась, потому что в маленьком горшочке. Quick Fire Fab. Так. Потом тут посадила. Доли будет. Вот. Вот. И такой целый-целый ряд. Смотрите, целый ряд. 17 штук, по-моему. Это будет Limelight Prime. Вот.
Так интересно, конечно, все выращено будет своими руками. Все, вот это вот прямо такой целый ряд. Тут панателла зеленую сажали. Вот на 4 побега панателла. Так, тут вымылась. Чуть-чуть еще планируем, конечно, замульчировать панателла. Тут будет Firelight. Видите, я ее не пересадила, она в маленьком горшке. Причем интересно, она росла в этом горшке. Я ее обрезала. Вот она была в прошлом году, вот в такой побежек. Смотрите, я его обрезала, рядышком тыкнула, и она просто укоренилась, вот этот вот побег. Видите, сейчас посажу в горшок. И вот такие корни дала, просто рядышком в горшке горшок поливала, и Firelight укоренилась. Так что в следующем году будет красотка, Firelight увидим. Потом тут панораму посадили, вот такого горшочка. Что тут еще? Royal Flower. Royal Flower. Зеленая, красная старалась. Ну, в общем, я вам говорила, что будет такой прямо каталог. Это сейчас по листу скажу. Magical Kilimanjaro будет. Это Pink and Rose. Вот листочек Pink and Rose. Так, Strawberry Blossom. Ну, буду кустиком делать. Она как бы высокая для штамба. Буду кустиком делать. Strawberry Blossom. Это из большего горшка Cotton Cream. Она тут мучилась в горшке. Конечно, нужно ее вертикально поставить. Потом высадили еще. Мучилась Мега Минди. Мега Минди. Тут еще бурачки. У нас тут на дальнем расстоянии вообще не было никакого полива. Сушь такая, что вообще. Вот это мне подарили. Так. Pink Lady. Ну, подарили как Pink Lady. Ну, может быть, это White Lady, мне так что-то кажется, да? И в самом-самом конце высадили Great Star. Это тоже эту подарили, я говорила. Вот она будет в самом дальнем конце нашей территории. Вот, сейчас соберу горшки. И вот такие. Живой каталог у нас будет. Конечно, все это помогала семья. Самой же где это все сделаешь. Представляете, какая будет красотища. Вот в прошлом году я сажала там тоже страшные такие, где-то переросшие, как у меня, понимаете, где-то переросшие, где-то какие-то кривые, а обрезку сделала, и красавцы какие получились. Ну, сейчас еще раз покажу их. Ну, смотрите, вот такой вот ряд, вот такой прямо ряд. Интересно увидеть в следующем году эту красотень. Что получится. Хорошо, что, конечно, семья все это помогает. Ну, семья, сестры. Мы только закончили еще вот там все. Вот. Геркулесик будет. Фантомчик. Видите, какой ряд. Как красиво тут. О, разные на весь вкус. Сажали таким шахматным порядком. Вот. Красотка такая. Люблю вот эти разреженные. Прямо настолько они так графичные. Ну и Limelight, конечно. Вот везде бы, где бы тут ни был ты. Limelight. Вот это вот классика, смотрите. Вот Limelight. Фрайс Мельба. Там жемчужина фестиваля. Candlelight. Еще ждет бонфайр, наверное, сейчас посадим, и металлику. В общем, на даче будет полный комплект. Полный комплект. Еще тут древовидные ждут посадки. Вот такая White Lady стала. White Lady. В общем, вот, издали темно уже становится. В общем, все, дорогие друзья. Короче, дача пополняется красотами. А то стояло все вот тут на водопое. Все тут стояло на водопое. Вот. Limelight тут распускается. Это я уже показывала. Помните, Рудбеки, Sunday Fries. Вот. Ну, еще в этом месте планируются также посадки гортензий. Так, вот еще одна Sunday Fries.